Всем привет, ребятушки, любители хорроров, любители моих криков. С вами Рязан, и я продолжаю играть в Амнезию. Ура! Я вернулся в хорроры. И постараюсь пройти как можно быстрее Амнезию, чтобы поиграть в следующие хорроры. Так что, пожалуйста, залайкайте. Так, я совершенно не помню, как я сюда попал. Ну, давайте, ладно, послушаем вот это. We are ruiners, you and I, and all of us, and we make the world unclean. And you took it upon yourself to act as redeemer. Professor, I would not be so presumptuous. I am merely a conduit. I am constructing an architecture to wrestle our damnation to the ground and smother it with steam. Так. Ладно, как всегда, он там всякую чушь несет. Давайте здесь пройдем. Надеюсь, это не обрушится. Фух. Ой, господи. Ой! Ой, господи. Хорош, меня пугает так. Кто здесь? Пар, наверное, присесть. Так, у нас тем временем записка. Насосный зал. Ладно, фиг с этими воспоминаниями. Давайте разбираться. Ой. Ой! Ой! Черт, я понял, в воде это тварь. Снова. Причем она какая-то электрическая. Как я обожаю эту суку. Еще с первой части. Вы помните, как я обосрал тогда? Ahead, the trickle to still waters. I drag myself deeper into the temple, downward ever, towards a wind that held the voices of my children, beckoning me to set them free. Ой, что это было? Там исчезло. Исчез кто-то, расщепился прям на кусочки, на атомы. Блин, что-то мне не нравится это все, это, блин... Хлюпкая сейчас упадет по-любому. Я же знаю законы хорроров. Да. Так. Какой-то знак. Что у нас? Ой! Ой! Сука! Не пугай! Ой, блядь! Не пугай ты меня так! Твою ж мать! Нихера себе! Суки! Что за дерьмо? Еще игра лагает почему-то, что за дичь? О, самогон. Так. Окей. Стой, перед запуском насосов убедись, что все колесики на месте. Какие колесики? Колесики? Вот этот колесик. Что за колесики? Так. Надо проверить. Что за колесики? Короче, ладно, давайте запустим, посмотрим, что будет. Ну, это маска. Так, ну ладно, я что-то запустил. Давайте вернемся назад. А, вот, проход открылся. Очередные воспоминания главного героя.
Так, да, снова придется разбираться. Надеемся, что все будет в порядке. Вот эти, что ли, штучки нам нужны или не эти? Ну-ка. Там пару он нам не даст пройти по-любому. Нам сюда. Нихера! Ой, блядь! Бежим! Сука, сука, куда бежать-то? Ёб твою мать! Иди, да лезь ты наверх! Сука! Ебать, я обосрался! О, жесть! Фу, бля! Ёб твою мать! А где я упал? А, вот там, все. Господи боже. Это была жесть. Так, что это такое? Фиг это. А, первый есть. А этот куда нам ставить? Угу. Так, вроде все заработало. Так что нам теперь назад вернуться надо, еще раз насос включить? Не нравится мне это место. Свинка Пеппа, хрю-хрю. Господи. Ай, ладно, спускаемся. Ой, блядь. А нахрен сюда спустился вообще? Не знаю, зачем я сюда спустился. Ой, блядь, снова я упал. Короче, ладно, это какое-то место, чтобы немножко попугать, типа там кровище, всякое такое. Вот, ну отсюда можно выбраться, ладно, значит нам надо в другое место идти. Блин, я что, покоцался? Так, главное не упасть. И, кстати, еще одно воспоминание. Так, наводнение ушло. Ну, я бы не сказал, что оно прям ушло. Блин, я, наверное, тут не смогу пробежать, да? Ага, я понял. Не, нифига, надо как-то пройти. Или как-то вот здесь спуститься. А, все, я воду немножко откачал. Ой, ой.
жопу, тварь. Как же... Ай, не пугай ты меня! Ура! Так, стандартная процедура очистки. Быстрее закрываем, чтобы эти твари... Эй, что такое? Эй! В чем проблема? А, во. Я что забыл. Так. Давай, очищай меня. Очисти меня полностью, пар. Давай, крутись. Все, я готов, я чистый. Ой, да дыр меня прокачал. Так, новое местечко. Эх, милости, примилости в этой игре. Танцующие дети. И опять же. О, милости написаны, господи. Сейчас я чувствую, будет полная жесть. Что делать? Я не люблю детей. Я ненавижу детей, которые танцуют. Особенно тех, которые пытаются меня убить. Сердце машины. Стой, посторонним вход запрещен, администрация. Капотил я вашу администрацию. Господи, тут еще похлеще. Еще похлеще ужасы, чем в первой части. А прикиньте, он своих детей превратил в свиней. Это вообще дикость. Мандус, ты походу больной ублюдок. Ой, ой-ой-ой. Это сердце машины. Так, у меня один вопрос, как отсюда побыстрее съебаться. Oh, dear God. Dear Christ, what is this place? Это вот то, что ты сделал, придурок больной, на голову, сука. Так. Может, здесь что-то есть? I tried so hard. I will uphold my promise. I will always protect them for you. My eyes are your eyes. My heart is your heart. I will rip them loose from this rotten world and set them to burn. All to save them. Так. Так. Ладно, это не работает. Хоть что-то здесь когда-нибудь нормально работает вообще? Построил механизмы свои, которые ни черта не пашут. Тоже мне. Так, ладно, значит нам сюда.
Пошлите смотреть, что у нас здесь. Что это такое вообще? Пульт управления подачи топлива. Подать топливо. Детки! Вы где? And they feel no pain. The process is completely humane. Humane, Professor? That we judge the acceptable level of suffering by the human condition. Ask the beggar, Professor. Ask the orphan. Ask the whore. Ask the starving, Professor. The weak, the sick, the filthy. Ask them to define your humane. Так, снова вот эти вот философские темы. Что переключать-то будем, а? Есть какие-то подсказки, я не знаю. Один. Три. Нет. Шесть идет. Восемь не хотит. Три не работает. Так. Нам нужно что-то будет сделать. Последняя диверсия. Так, диверсант, который нам попортил всю малину. Давайте смотреть, что он там сделал. Господи, как здесь темно. Как здесь стрёмненько. Кто дышит, блядь? Тихо, не дыши. Только бы не свинка Пеппа. Ну, пожалуйста, только не она. Так, опасно. Вещество Х, огня опасно. Ядкое вещество, токсично. Окей. Я чувствую себя каким-то Гордоном Фриманом. Так. А, все. Теперь возвращаемся назад. Есть здесь кто? Чего? Ку-ку. Свинка. Ты где? Так. Найс. А чё это вообще? Во. Всё. Ой. Что такое? Всё, можем идти сюда. Господи, какая стрёмная же игра, сука. Что бы кто ни говорил, ну реально обделаться можно. Так, нам запустить машину надо. Идти за детишками. Ура, детишки мои. Любимые детки. Что он делает? Может, я зря это делаю? Блин, сейчас какая дичь будет, он по-любому их убьет. Звездные войны какие-то, господи, что такое это? Мне кажется, зря это все. Так. I rise. I will rise to bleach the sky and still the water. I will spin the world wheel and set the future upon the path to redemption. Where are my children? You promised me my children. My time is come. More pig. More pig.
А, по-моему, он, да, активировал... Активировал машину, чтобы делать свиней. Сука, они дохлые! Бля! Сука! Твою мать! Дичь, вообще жесть. Же все ногти себе сгрыз нафиг. Сына, ты где? Ребят, короче, мне кажется, пора заканчивать, да? Всем пока, спокойной ночи и не обосритесь.